7 и 8 сентября в Северском районе прошли выборы депутатов, а также трех глав сельских и городских поселений. Двери избирательных участков открылись уже в 8 утра. Жители района проявили свою активную гражданскую позицию. Многие приходили на участки целыми семьями, вместе с детьми, тем самым подавая пример будущим избирателям. Одним из первых проголосовал председатель Совета муниципального образования Северский район Владимир Захарченко. Дорогие земляки, уважаемые жители Северского района, сегодня необычный день на Кубани и в Северском районе. Мы избираем местную власть. Сегодня мы избираем депутатов сельских городских поселений, глав Азовского, Афипского, Ильского поселения. Ну, я принял участие в выборах на избирательном участке в станице Северской, 59-й школе. По данным территориальной избирательной комиссии Северского района, муниципальные выборы признаны состоявшимися и действительными. Избраны депутаты советов сельских и городских поселений. Жители Афипского поселения большинством голосов выбрали главой Юлию Вакуленко. Главой Ильского поселения избран Денис Левагин. Азовского поселения – Василий Беренский.